каждый обед. Они в час дня пригоняют, а сейчас 20. Ну, пригнали раньше. И овечки тут нашли дыру, проламывают, у них овчарня есть, и пасутся здесь. Мы вчера хотели выгонять, я батюшке сказал, да не трогайте их, пускай они пасутся. Лишь бы на пшеницу не зашли, маленько поглядывать надо. Трава-то отличная, другой трат, где пасут-то, там нет видно, он желтизна. А тут скосили траву, это отава называется, она очень хорошая. Видишь как? Смотри, сколько. А эти меня ждут, голос мой услышат. И... Ну еще. Ну. А, он его взял, нет шарика-то. Белый, белый, белый. Кто? Никита-то. Здесь еще? Он сейчас возьмет его. Ой, 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 шарик. Вот они, увидали. Вот он выскочил, и овечки испугались его. Вон они как побежали. Ой, молодец. А, а ну-ка ползи. Ползи. Вот он ползет. Гляди как. Видно, нет? Да. Вот как. Ой, молодец. Ну, надо брать его. Я его сейчас отдам этому Никите. Молодец. Хорошо ползи. А ну-ка еще ползи. Покажи как. Ну-ка. Ну-ка, давай. Ну-ка, лаять будет сейчас. Да. Вот он ползет. Ну, красавец. Ой, красавец мой. Тра-та-та-та-та-та-та. Все, скорее. Да, тут он не доставал. Где Никита-то? Смотри, вот кошки подходят, гляди. Все, и она его не трогает. Вот надо к Серому подвести, чтобы завести его на кухню. Вон Никита. Никита, его на кухню заводи. Чтобы он с Серым побыл, а то отвыкнет. Они друзья. Ой, он как тебя любит-то, держи, пошел. Бегом только бегай туда и обратно.